Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Славик. Он же Вячеслав Барановский, он же учитель игры на варгане. Я тут решил потестировать немножко камеру, звук. А камера решила взять и включиться. Да не в какой-то непонятный, неизвестный момент, а в момент, когда я еще тестирую свой новый метрономчик. Вот мой красавец. Компактен. Хамус Мальцева. Рядышком. Ну, соразмерен с хамусом Мальцева. Вот чехол. Хамусом. И очень-очень долго держит заряд. Батареек здесь нет. Он заводится вручную. Это механический метроном. Работает от пружины заводной. Я сегодня, после того, как получил его, принес домой, поставил, завел, включил. Ну, и суммарно он уже работает, я не знаю, ну, точно уже больше 10 минут. Субъективно. Точно я не замерял, поэтому сказать не могу вам. На самом деле я понимаю, что скорость отработки, так скажем, да, зависит еще от того, с какой скоростью он работает. Но он стоял у меня на 60 ударов. Потом я, когда устал ждать, что он остановится, я решил поставить 200. Тук-тук-тук-тук. Это не помогло. Он на 200 тоже шарахал. И вот сейчас на 120 он тоже уже минут 5 у меня стоит включенным, работает. Возможно, когда я отворачиваюсь, маленькие невидимые эльфы своими ручками подкручивают его. Я не знаю, как еще объяснить это. Вот, но есть у меня еще один метроном от Yamaha. Он такой большой, громоздкий, такая как целая пирамида настоящая, египетская, ставится на пианино, на рояль. Он большой, мощный, но он громоздкий. И звук такой у него агрессивный. Колокольчик там тоже такой агрессивный, и щелканье такое резкое. Витнер. Тактель Пикколо. Называется модель. Нежное постукивание. Мягкое, нежное, ритмическое. Вот хочется с ним вместе играть. И стучит мой ямаховский большой метрономище. Ну, наверное, уже раза три бы точно бы сдох.
Маятник здесь небольшой. Энергии на поддержание движения нужно немного. Неугомонный. Просто неугомонный. На самом деле я планировал сделать такое отдельное, наверное, сделаю видео о том, как правильно, зачем работать с метрономом, для чего это вообще нужно. Потому что у многих, когда говоришь, как часто ты с метрономом практикуешься, с варганом, они на тебя смотрят с таким недопониманием, недоумением, даже иногда с агрессивной такой, агрессивным отрицаловым, что вообще метрономы это зло, это плохо, это не надо, это где свободное творчество, поток вот этого всего розового поноса. Простите мне мой французский. Вот. Зачем, для чего, какие бывают, как выбрать и как практиковаться с ним. Вот. Это три отдельные темы, на самом деле очень широкие. На них я особенно подробно остановился в своем новом курсе, который пишу. Но так вот для общей публики, для общего зрителя, чтобы понимание было, чтобы немножко поднять культуру самоучек варганных, тех, кто не любит платить за курсы, тех, кто любит на шарик, на ютубчике насмотреться видео, тренькать и считать себя варганистами, состоявшимися. И не только. Людям, которые только знакомятся с инструментом, присматриваются, пробуют, сомневаются, нравится, не нравится, мое, не мое, и что вообще бывает, как с этим взаимодействовать и все такое. Вот, выложу, сделаю отдельно dedicated такое видео, можно даже сделать небольшую серию из трех видео. Вот, а тут, я же говорю, буквально случайно, камера сама включилась, я ее повесил, просто ракурс посмотреть, помещается ли он здесь, как я смотрю. Я даже ни фон, ничего не убрал. Это такой экспромтик. Экспромтик, ну, как говорится, я не знаю, как говорится, но если оно включилось, значит, так и было нужно. Вот. Есть модель, нечто среднее между пикколино, вот этим крошечным, маленьким. Я, с вашего позволения, все-таки его остановлю. Пикколино. У него амплитуда между 40 ударами в минуту и 208, то есть полный спектр. Органиста здесь есть. Если нужно выше или ниже, скачивайте что-нибудь на Android. Есть полно приложений. Или на ваше, на яблоко. У кого что. Вот он по сравнению с ладошкой моей, да? В ширину. Два пальца в ширину. Три в глубину, ну, примерно толщиной, ну, я знаю, сколько, 10, ну, вот с ладошку, да, 5 пальцев. То есть он, я вам не могу передать степень компактности. Вот у меня даже есть варганы, которые, посмотрите, насколько крупнее, чем вот этот метрономчик. Я специально искал себе и брал маленькие, потому что мне нравятся инструменты походные. Чтобы можно было кинуть в рюкзак и пойти. Пойти. Прийти, найти, сесть, включить, попрактиковаться. Вот, немножко мозги почистить, проветриться, собраться, вернуться домой. Вот, с тем большим он бы, наверное, пол рюкзака точно занял у меня, моего походного. Вот, но есть еще нечто подобное золотой середины. Это все-таки крайность, несмотря на то, что это инструмент качественный, точный, прекрасный. Это сделан в Германии инструмент. Made in Germany. Ехал ко мне из Центральной Европы. Вот. Есть вот такие маленькие пикколино, а есть просто пикколо. Витнер, метроном Витнер, тактел пикколо. Он средних размеров. У меня такого нет, но я видел его вживую. На синхронизации моего учителя, у Максима. Он доставал его, включал. Мы его наблюдали, мы его пользовали. Он тоже, я бы сказал, можно отнести его к метрономам среднего размера, но ближе к походным уже. Такой можно в рюкзак закинуть.
Вот, но это я бы назвал скорее даже карманным метрономом, вот такой. Вот, он чудесен, он прекрасен, и но добавить мне по факту больше нечего. Вот он. Я вот тут метроном, наконец можно нормально практиковаться. Я чаще всего в походах, где-нибудь в движении, когда использую цифровой, но цифровой звук лично мне по душе, вот такие живые метрономы механические. У них есть какая-то своя душа, вот это их тиканье, оно как сердечко маленькое, стучит он как живой. И ты играешь уже не под метроном, а с метрономом. У тебя уже есть напарник. Вот. И уже такая, как маленькая группа. Вот. И пробуйте, ищите, смотрите, берите механические метрономы. Пробуйте практиковаться. Велика вероятность, что вы будете приятно удивлены и обретете себе нового друга и верного помощника. Подружитесь с метрономом, и вы еще не раз себя за это поблагодарите, как я всегда говорю людям. На этом все. Если есть вопросы, пожелания, возражения, замечания, все остальное, вы знаете, где оставлять, я все читаю. Как я уже говорил, повторюсь еще раз, сделаю отдельный контент про метрономы. Тут есть что обсудить, есть что посоветовать, чему научить. Вот, поэтому я получил его только сегодня, поэтому мы знакомимся с ним только. Мы с ним только знакомимся. Вот, поэтому меня ждет с ним практика. Вот, и попрактиковавшись, я думаю, что я буду готов уже к более подробному разбору всего этого удовольствия. Удовольствия работы с метрономом. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели или слушали, или и то, и другое. С вами был Вячеслав Барановский, учитель игры на варгане. Играйте осознанно, играйте вдумчиво. Играйте на здоровье и несите любовь и исцеление. До встречи!